Всем привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Купили вы, допустим, телефон на последние 250 тысяч рублей, какой-нибудь там iPhone, а чехла нет, значит, не хватило денег на чехол. Или с Алиэкспресса еще не прислали, допустим, там за 2 недели, месяц надо ждать. И вот можно сделать, значит, из подручных, как говорится, материалов чехол. Вот. Обычный лист бумаги формата А4. Так. Вот так ее сворачиваем. А может кто-то скажет, мол, зачем этот чехол вообще нужен? Какой-нибудь там купил бампер или еще что-нибудь там. Какие-нибудь такие стекла наклеил и все там. Угу. Вот мне в данный момент вот этот чехол я использую, да. Чтобы не поцарапалась камера. Вот эта вот, вот камера. Ну, не у этого телефона, а вот на который сейчас идет съемка. Все вот новые видео я сейчас снимаю на свой, вернее, оператор снимает смартфон Redmi Note 7 Xiaomi. Вот, и чтобы не поцарапалась камера. Хоть он у меня и в чехле тоже, типа такого. Но мало ли там какие ключи попадут или еще что-нибудь. Даже выпускают какие-то специальные стекла, чтобы их наклеивать на камеру, и чтобы эта камера вот эта не поцарапалась. Потому что там пластик какой-то, чуть чего, царапается вообще моментально. Ну вот, значит, свернул я вот этот лист вот так вот. Теперь сворачиваем еще вот так вот его. Так. И вот так вот еще. Еще вот у меня есть, значит, такой вот малярный скотч. Белый малярный скотч. Потому что он как бы тут в тему. Белый лист бумаги и белый скотч. Ну, можно, в принципе, и этот использовать, такие вот обычный прозрачный скотч. И вот так вот, значит, это клеим. Можно вообще вот так, в принципе. Так. Отрезаем. Ножницы ни хрена не режут. Надо будет хоть поточить. Так, и вот здесь у нас еще осталось. Вот эта вот штука. И вот, значит, готов такой вот чехол, импровизированный чехол в виде такого конвертика. Может там какой-нибудь, можно там табачок действительно какой-нибудь хранить, еще что-нибудь, какие-нибудь сыпучие вещества. А можно раз вот так вот и смартфон туда отправить. И в карман куртки, допустим, его положил. А там какая-нибудь молния или еще что-нибудь, чтобы камера не поцарапалась. Самый замечательный такой вариант. Из легких, доступных. Кто-то, наверное, скажет, а не стрёмно вот с таким чехлом ходить? Вот пришел в какую-нибудь там компанию, в какие-нибудь там мероприятия, там приемы. И достаешь смартфон из такого какого-то чехла, чехла вот вынимаешь. Какого-то такой непрезентабельный. Да ничего вообще. Я хожу с таким чехлом. Нормально. Вот. Такой эксклюзив. Handmade. Останови 10 тысяч человек на улице. Такого чехла ни у кого не окажется. Вот. А у вас будет. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. И дальше будет интересней.